Доброе утро, мои друзья! Вот расцвел еще один гиппиастром. Против солнышка его очень плохо видно, нельзя его разобрать. Растет моя раненая малюточка, продолжает раскрываться. Смотрите, два махровые цветка. Это та, которая была загнивающая, и я ее лечила. А этот красавец, что я показывала, что он стоял с листьями и с бутоном, вот такую творит красоту. Вот со всех сторон раскрылась сразу две ветки. Маленькая, короткая, и вверху большая. И цветет. Вот, сейчас покажу. Четыре цветка, но цвет не берется. Он оранжевый цветок, получается такой по цвету, называется оранжевый. Салмон оранжевый. Рядышком с ним еще один. Выбросил это тот, что был со второй стрелочкой маленький. Одну стрелочку он уже отцвел. Я специально вам показываю, что было две стрелочки. А вот вторая. Вот такой высоты. Это свит нимф. Вот два сразу. У меня здесь на подоконнике. Вчера хотелось сфотографировать, но напротив солнышка, ну, теряется цвет. Вот, а сейчас я утречком рано встала и показываю вам эту красоту. Самое главное, что сейчас вот, даже чтобы снять ихнюю верхушечку этого гиппиаструма, пришлось встать на табуретку. Бабушка не достает до верха цветка. Такая ляпота на 1 мая. Вот и верхние, и нижние цветы. Вот эти тень падает. Очень тяжело. О, вот это его цвет. Он чуть бледнее нас получается сам по себе. А так... Вот тяжесть наклонилась, веточка в одну сторону. Раскроется там еще четвертый бутон, он выровняется. Вот такая красота. В один день, в один раз. Две стрелки, это первый раз. Я такое увидела за свою практику, чтобы расцвело сразу две стрелки одновременно.